Всем здравствуйте, всех вас рад видеть на канале. Сегодня в ролике посмотрим, как я занимаюсь пересадкой тернеции, освободил два 50-литровых аквариума, ну и туда потом буду пересаживать мальков. Пересадил их в 200-литровый аквариум, к ним туда еще пересадил больших анцитрусов, ну еще и туда установил растения. Кстати, растения я забрал у попугайчиков, но там они вообще не росли. Надеюсь, что вот в этом аквариуме они как бы так акклиматизируются и начнут расти, потому что ну вот практически во всех нижних аквариумах растения растут ну просто супер. Ну и также посмотрим на мальков анцитрусов, растут они довольно-таки хорошо, ну и буду думать, куда их пересаживать. Ну, как говорится, будем посмотреть. Всем вам приятного просмотра. Занимаюсь пересадкой тернеции. Осталось здесь несколько штучек. Пересаживаю их в большой аквариум. Ну, потом подожду, грязь осядет. Тоже всю грязь соберу. Ну, вот пока вот ведерочко слил, часть грязной воды. Сюда вот горшочек с растениями поставил. Ну и отсюда тоже буду пересаживать тернецию. Закончу вылавливать с этого аквариума и переключусь на вот этот аквариум. Ну, конечно же, потом покажу, куда я их пересадил. Вроде бы температурка одинаковая, но, ну, конечно, параметры воды будут чуть-чуть отличаться, я так думаю, но ничего страшного. Здесь уже такие большенькие подросточки, думаю, что они быстро акклиматизируются там. Ну и все, по такой же схеме вытащил вот сюда растения, пока на время. Сейчас буду вылавливать тернеции, ну и посмотрите, какая здесь грязь, потом ее нужно будет собрать. Здесь вот я немного подсобрал, аэрлифт уже промыл, ну и потом залью сюда отстойной водички такой же температурки. Ну и здесь все будет проделано то же самое. Аэрлифт промою, просифоню здесь все, ну и тоже долью отстойной воды такой же температурки. Все, сейчас буду вылавливать тернеции. Ну и вот они, тернеции в новом большом аквариуме. Сюда я установил растения в горшочках, забрал их у попугайчиков. Ну там вообще света нету. Ну а здесь вот свет есть. Растения вот внизу, допустим, у барбусов, да, растут очень хорошо. Здесь тоже вот этих подросточков, тоже посмотрите, он папоротник как разросся. Не по дням, а по часам растет. Ну и вот тут я проверю, как растут растения. Там они вот себя чувствовали не очень хорошо. Надеюсь, что все здесь будет отлично. Ну и тернеции, здесь их немного. Может быть, штучек 50-60, может быть, чуть больше. Ну и здесь в этом большом аквариуме они быстро будут прибавлять в росте, я надеюсь. Ну, посмотрим. Здесь хочу установить аэрлифт и вот этот фильтр отсюда забрать. Ну или же вот этот фильтр подключу. Посмотрим. Пока вот думаю, буду принимать решение. Водичка здесь отстойная. Температурка примерно такая же, как вот в тех аквариумах, где они жили. Посмотрим, как они здесь будут расти в этом большом 200-литровом аквариуме. Ну и сейчас буду пересаживать вот этих анцитрусов. Здесь еще вот одна самочка осталась в живых, меченосца. Два меченосца умерли, к сожалению. Ну и анцитрусов буду туда пересаживать, к тернеции. Ну, они вот уже такие большенькие,
ну и будут жить в 200-литровом аквариуме. И здесь, скорее всего, оставлю самцов, вот валевого самца в горшочке я пересажу. Ну, здесь есть еще и такие простые самцы, ну, я их оставлю здесь, будут жить в этом аквариуме. Ну, остаточки корма подъедать, стеночки чистить. Ну и потом, если у меня будет побольше самочек, я, конечно, и к ним подселю самочек, чтобы им не было скучно. Может быть, здесь один самец останется, может быть, парочку. Сомики уже здесь. Я еще вон покормил резаным трубочником. Тернышки вон уже накушались. Ну еще анцитрусы тоже сейчас покушаю. Здесь вот два самца, один вуалевый, один простой. Я простого тоже сюда посадил, потому что вуалевые анцитрусы, ну, как-то не очень они нерестятся. Ну, самочки, я не знаю, здесь сколько, 4 или 5 самочек, я не посчитал, честно вам скажу. Но они еще подросточки. Вот здесь как раз вуалевый самец покрупнее, ну и он такой подросточек, самец поменьше. Да, конечно, с растениями аквариум смотрится совсем по-другому. Ну и тернышки, конечно, тоже здесь кстати. Ну и здесь, посмотрите, сразу аквариум опустел без растений. Ну, здесь вот плавающее растение. Я, наверное, тоже добавлю сюда еще роголистника. Эладею еще добавлю, и будет все отлично. Ну и посмотрите, попугайчики подрастают потихонечку. Анцитрусы тоже прибавляют в росте. Кормлю их в основном трубочником. Режу трубочник и даю. Ну, пробовал тоже так кучкой забрасывать трубочник, но вот более лучше они кушают резанный трубочник. Ну и вот ждут. Ждут, когда я их буду кормить. Попугайчики, красавчики. Пусть растут. Ну, наверное, еще пару недель, может быть, чуть больше, и можно будет потихонечку начинать их продавать. Ну и здесь тоже немного анцитрусов. Почему-то все они темные, светлых анцитрусов нету. Ну и тоже не буду их пересаживать, пока не знаю, куда их пересадить. В какой аквариум. Здесь вот водичка немного попрохладнее. Хотел их пересадить за место тернецей. Там водичка потеплее чуть. Нужно будет аккуратненько так переводить в ту тепленькую водичку. Ну или же пересадить их в такой большенький аквариум. 200-литровый. Ну, там им корм будет добывать тяжелее, поэтому, скорее всего, пересажу такой в аквариум поменьше, литров на 50, будет в самый раз, потому что, ну, здесь вот в этой емкости им здесь уже немного тесновато. Водичку здесь меняю вот каждый день примерно где-то по литру, иногда по 2 литра. Ну и вот, посмотрите, в принципе, за сколько тут, 1,5 недели, да, ну, подросли неплохо, уже сантиметр, даже чуть, может быть, побольше. Ну и кормлю их только артемией. Коряшки нету, еще бы коряшку сюда установить, было бы вообще замечательно все.